Вот, блин! Сразу и кушать перехотелось. Потом уберу, не хочу сейчас. Ух ты, что я нашла! На рукавнике для плавания. Как бы было хорошо покупаться. О, пойду Саше попрошу, может, он со мной поплавает. Саш, пошли плавать. Но если так жалко, я на рукавнике нашла. Ага, купаться захотела. Я, может, тоже хочу. Так пошли скорее, быстрее. А ты видела, что на кухне произошло? Нет. Это я так себе завтра готовила, а теперь надо убирать. А я не хочу совсем убирать. Ого! Ничего себе ты осыпал. О, Софийка, я придумал, как мы можем покупаться. Как? Если ты за меня уберешь, я пойду с тобой купаться. А, так это обычно. А что мне убирать? Ну, сейчас принесу. Вот тебе вень, вот тебе совок. Иди убирай. Я сейчас все быстро сделаю и пойдем купаться. О, точно, так она еще и за Шерлоком уберет тот песок, который он нам приносил. И в комнате мои семечки уберет, которые я случайно рассыпал. Вот это я круто придумал. Ой, не получается. Совсем не получается этой метлой убрать. Точно, мне нужен пылесос. Так, этот не подходит. Это тоже. О, вот этот подходит. О, отличная доставка. Скоро будет. Ой, какой он красивый. Как он называется? V11. Ладно, буду распаковывать. Он мне точно поможет. Сейчас я быстро соберу и попотешу все. Ух ты, какая щетка. Красивая. Ну, дальше. Это что? Палка-удлинитель, точно. Какая большая и красная. Щеточка с кнопочками. Это крепление для пылесоса. И еще одна насадка. А это, наверное, сам пылесос. Вау. Ух ты, маленькая щетка. Мне удобно в маленьких местах чистить. Ух ты, как быстро крутится. Сейчас я быстро все уберу. Вот это круто. Чисто. Пойду Саша говорит, что я все сделала. Саша, я все сделала, пошли купаться. Нет, я не могу, надо еще кое-где убрать. О, еще, но где? Надо еще в коридоре, чтобы песка наносил, убрать. Ай, ладно. Мне без пылесоса никак не обойтись. Смотрите, сколько я уже мусора собрала. Шерлок, что ты наделал? Ух, Шерлок наносил, песка-то наносил. Пойду Саше скажу. Саш, я все, пошли купаться. Как ты так быстро? Только минута прошла. Уметь надо. Ну, раз ты так все быстро делаешь, иди в моей комнате еще уберись. Ну, ты, Саша, хитрый, тогда правда пойдем плавать, не обманываешь. Точно, если уберешь в моей комнате, тогда пойдем. Ладно, я все быстро сделаю. Ага, я еще проверю, как ты там поубирала. Наверняка все плохо. А если плохо, я не пойду с ней купаться.
Ничего себе грязно. Сейчас все уберу. Отлично, вот это мусора было. Сейчас, Саша, можешь идти поменять все убрать, пошли купаться. Хорошо, но если грязно, тогда не пойдем. Пошли проверять, там очень чисто. Вот! Ого, так чисто? Да. Ладно, пойдем посмотрим, где Шерлок. Пошли. Ну и вот. Реально и здесь чистота. Как так быстро? И правда все метлой, даже я так не умею. Нет, у меня есть свой секретик, пошли покажу. Вот мой секретик. Ого, это что за пылесос? Да, пылесос. Ничего себе грязи собрал. Да. А как он работает? Вот так. А-а-а! И что, без шнура? А где шнур? Он на аккумуляторе очень удобный. Теперь я знаю, как мне быстро убирать. Ага. Так ну что, идем купаться? Идем. Пошли. Вот, блин, как это теперь все убрать? Рассыпалось-то просто. Вспомнил, у Софии же есть классный пылесос. Пойду-ка я его возьму. Так, пылесос-то я взял. Но насадка же неудобная. О, вот это маленькая, сама то. Сейчас быстренько сменю. Опа. И берем вот эту. Идем пылесосить. Вот это класс! Так быстро и круто! У меня там еще около компьютера вступилось, надо его тоже убрать. Блин, не помещается, не проходит, надо какую-то другую насадку. Там еще были какие-то, пойду-ка я сейчас принесу сюда. О, вот это точно подойдет! Так, надо бы еще вот тут пропылесосить эту щель. Но эта насадка не подойдет. Надо одевать вот эту как раз. Самое то. Как она классно все убрала! Вот это супер! Теперь я знаю, как мне все быстро выбирать. И без помощи Софии.